Сегодня начальник штаба УВД по городу Сочи провел совещание с руководителями отделов о необходимости привлечения граждан к использованию портала госуслуги и колл-центра. Уже около 5 лет МВД России предоставляет госуслуги посредством межведомственного электронного взаимодействия. Тем не менее, пользоваться преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота предпочитает малое количество граждан. Хотя для того, чтобы получить справки, пройти дактилоскопию, поставить на учет транспортное средство и выполнить ряд других необходимых процедур, достаточно просто зарегистрироваться на сайте. Для этого потребуется паспорт, пенсионное страховое свидетельство и адрес электронной почты. Затем в личный кабинет придет сообщение с информацией о месте и времени, когда вам нужно будет обратиться в отдел полиции для получения услуги. Необходимую информацию по предоставлению услуг можно узнать и позвонив в сочинский колл-центр по номеру 8 988 233 3112. Звонок бесплатный. Пожалуйста. По этому телефону можно получить информацию о любой госуслуге, оказываемой УВД по городу Сочи, в том числе в территориальных отделах полиции.